Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео я покажу новый наборчик, который у нас совсем скоро выйдет. Со всех сторон покажу, из чего он состоит. Ну и, в общем-то, небольшую халяву, как раз такую, которая связана с этим набором. Итак, совсем скоро в долину прибудет выживший по имени Зубоскал на своем диком бронемобиле Кусака. Новый набор с этим портретом и чертежом появится в продаже уже на следующей неделе, а до этого времени предлагаем вам побороться за него в конкурсе по сборке мотоциклов. В общем-то, давайте перейдем и посмотрим, что нам нужно сделать. Нас перекидывает на официальную группу ВКонтакте. Crossout называется. Итак, собрать мотоцикл для пустошей нам надо. Сохранить чертеж, название которого начинается с тега ВКВК, в общем-то вот. И отправить его на выставку. Сделать скриншот своей работы и прикрепить его к комментарию, в котором должно быть написано ваш никнейм и платформа. Тут еще есть разные критерии. И, в общем-то, сроки проведения с 22 апреля по 27 апреля. Авторы трех мотоциклов, завоевавших внимание жюри, получат набор Кусака. Итоги будут объявлены 27 апреля. Докажите, что именно вы достойны новинки. В общем-то, тут много кто уже накидал этих мотоциклов. Вон, видите, скрины кидают. Кто-то чужие скрины кидает. Вот забавно так бывает. Ну, в общем-то, давай теперь посмотрим, как у нас этот набор выглядит в игре и из чего он, собственно, состоит. Итак, мы уже в кроссаче, в общем-то, что же это у нас за набор такой Кусака, мы его нашли на стриме случайно, в общем-то, решил видосик по нему запилить, а тут еще и сами разработчики про него сказали. Он очень похож прям на рассказчика, это, то есть, халявный набор был, в общем-то, ну, очень похож, даже со стороны, смотрите, в принципе-то, ну, просто по-другому стоят детали. В него входит у нас, получается, краска Вандал. Вот, если честно, я не шарю в красках. Вандал, была ли краска такая? Нет, я вот почему-то не помню. Два ирокеза, два наклейки зубища, две трубы, рык, три кувалды, таймыр, стужа, два колеса с цепями неповоротных, два поворотных, ну и всякие украшения. И все. В общем-то, я даже не знаю, сколько же он будет стоить, потому что, ну, тут особо-то ничего нету, потому что кувалды-то есть у всех, с того же рассказчика. Ну, здесь, ну, смотрите, просто различий, по сути-то, нету. В том же рассказчике у нас просто стужи нету, но есть же скач. Здесь нет же скача, здесь у нас есть стужа. То есть они, по сути, по характеристикам, только вот сборкой, наверное, чуть отличаются детальками, и все. По сути, это все то же самое. Ну, стоить он, может, будет, ну, очень мало, мне кажется, там, ну, рублей 500, потому что, ну, это, может быть, даже чуть дешевле, ну, реально, 500 рублей это потолок, мне кажется, потому что, ну, здесь-то ничего такого крутого прям нету. Потому что кувалды, во-первых, есть от рассказчика у всех, рык тоже оттуда же есть, колеса тоже оттуда, таймыр тоже, ну и, по сути, стужа там, да, стоит, вот. Поэтому, не знаю, пишите в комменты, халява, конечно, такая, на 3 человека, по сути, небольшая, но, не знаю, кто построит какой-нибудь мотоцикл, может быть, заберет, конечно, халяву небольшую, в общем-то, немного, но приятно. В общем, пишите в комменты свое мнение. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Venom in my brain, running from the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this, I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many once, I just saw they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option.